Что случилось? Про нас опять написали фанфик. Опять? Они думают, что мы пидоры. Чувак, мы им уже миллион раз объясняли, что мы живем с тобой вместе исключительно потому, что у нас нету денег. Что у нас сегодня? Похавать есть? В смысле? Ну, в смысле, там, плов, борщ какой-нибудь. Я голодный пришел. Я вообще-то дома прибирался, мне не до готовки было. Чувак, тут лютейший свинарник. А ты что делал? Пару часов посидел на фоне книжек, чтоб рекламу отбить. Между прочим, эта реклама идет на оплату твоих татуировочек. Эти татуировочки я получил по бартеру. Пац, по какому счету? Хорошо, а на что идут мои деньги? На твою модную стрижку и на блеск? Блин, все, Кузьма. Ладно, тут... Не хочу с тобой разговаривать. Ну... Не хочу! Ну да ладно, Юрик! Куда ты собрался, Юрик? Да, с Русланом ролик хотели отснять. Странно. Я думал, вы снимали ролик с Русланом вчера. Да, и вчера снимали. А должен же кто-то деньги зарабатывать, если ты не можешь. А Руслан обещал со мной деньгами поделиться с рекламой. Знаешь, это очень интересно. Потому что то же самое ты мне говорил вчера. А денег никаких не принес. Господи, ты ведешь себя как Кузьма из фанфиков. Что? Юрик, ты опять? Юрик. Юрик, давай снимем скетч. Ты серьезно? Ты же знаешь, что я устал, я весь день с Русланом снимал. Чувак, у тебя всегда так, когда ты с Русланом снимаешь. Ты со всеми не устаешь снимать скетчи, кроме как со мной. Че ты опять начинаешь, а? Да че начинать, если так оно и есть? А ты не думал, что проблема в тебе? И что следует снимать ролики и зарабатывать деньги, а не тусить с Рэндалом и с Эвергоном? Ты вообще в курсе, сколько им лет? По 18. Угу. Ты не думал, что проблема в том, что ты даже подготовиться не можешь? Не можешь скетч нормальный написать, сценарий хотя бы, а? Да ну, у меня есть скетч. Что? Я написал скетч. Не ври мне. У меня есть сценарий для нашего скетча. Всю ночь делал. А потом они сняли скетчи, жили долго и счастливо, и снимали скетчи каждые выходные, а может и чаще. А, на самом деле, если хотите посмотреть еще один скетч, снятый нами с Кузьмой, с Вовой Элджином, который сейчас держит камеру, то вот нажмите на эту кнопку большую, или, она будет, лицо. Или она будет еще больше, да, закроем. Что ее вообще все закроем. Нет, закроем только твое лицо. Переходите и смотрите обязательно. Ставьте лайки этому ролику. Обязательно ставьте лайки этому ролику. Ставьте лайки ролику Кузьмы. Ну, я думаю, вы его посмотрите и просто не сможете не поставить лайк. И подписывайтесь на оба канала. На этом все. С вами был Юлик. Пока.